штук, красиво и витиевато, кладу рукой своей на пол. В другое измерение уходя, самой себе я задаю вопрос, какие краски я любила, такой уж мною выбран путь. Взгляд в прошлое, в душе хранимый, всем людям я хочу его вернуть. Да, времени прошло немало, и отчий дом теперь вдали, и дочки рядом подрастают, и наяву сбываются мечты. Моя судьба, я педагогом стала, теперь детей учу творить. Тайну им открою, я узнала, какое чудо радость им дарить. Взгляд в прошлое, мой холст, стена, туман расплылся паром, и дом купца стоит передо мной, табличка из эпохи той. Уверенно лети. И женщина, как наяву, живая, задумчиво вдоль улицы идет. Спасибо тебе, художник, воплотив свою мечту, ты позволил нам жить многие-многие лета. Когда мы жили светлой жизнью, теперь, благодаря тебе, мы и поныне живы. Твое творение несем мы людям, передавая дыхание прошлых веков. Воплощаются твои мечты, а вслед за ними и мои.